Всем привет, а не хотите ли немножко красной смерти? Вы слышите Алексея Халецкого, и у меня есть королевская битва в Циве. В этот раз не с рандомами, а с ребятами, в которые так в Циву играем. Хотя тут есть, по-моему, два рандома все равно. Вот нас четверо в партии, а еще два каких-то непонятных чувака. Мне случайно выпали сумасшедшие ученые, моя нелюбимая фракция, но тем не менее игра получилось поучительной. Так что приятного вам просмотра. Блин, какая херня. Во-первых, фракция дали дебильную фракцию. Во-вторых, я не могу на море спуститься. Смотрите, все так-то и неплохие. Все в скалах. Если держать на холоде войска, то они выдерживают удар одного пехотинца. Ну, то есть они регенятся следующим ходом. Ну да, но тут-то игра не про то, чтобы стоять в эвке. Блин. Главное, холмы полностью. О. И тут нигде не спуститься. Ну что это за говно на Гогине? Вот, только здесь. Ну нет, засюда. Блин. Офигительно нагенерировалась карта. Просто нет слов. Найс. Я тут сейчас поселенцам все побережье обойду. Таким макаром. Ну, Люксу одну из сильнейших фракций дали. Да, я не умею красную смерть играть. Я ее считаю очень рандомным. Привет. Посольство, дружба. Союзники. Кровавые выпускают через эту. Ну, исследуем тут все это. Это дело по побережью плаваю. Я пошел. Здорово. Привет. Фига там у тебя уже 4 пехотинца. Имба. Имба. Что, Алексей, самая быстрая рука, рука Запада? Да. У тебя. Ну, вот, видимо, тут пираты появились. Почему лучше плавать поселенцам? Потому что у него обзор дальше, чем у других юнитов. На 3 очка. Кому? Кому проиграл? Ну, тут с одной стороны Люкс с кучей пехотин, с другой стороны Супергерл. Ну что, я готов уйти. Челлини. Ты как смотришь на это предложение? Ну ладно, но тут прокачка юнита. Даже вот так вот быстро. Ну какие тут еще варики есть? Не, походу тут надо... Заберет сейчас. Да ладно. Ну говно какое, а? Ты никогда не была такая эмоциональной. Да. А
остался один хитпоинт у лагеря. Да. Из лагеря, вот. И он высрал какую-нибудь пулеметную роту? Нет, остался один хитпоинт. Так бы я лагерь забрал, так забрал его Люкс. Убережье, вообще руинок нет. Блин, там... Или их уже... Там выживалец. Ну, всё, приндец. Ну, кайф. Да. Что такое не везет? Ну, вот это начальное, конечно, место. Чилини, а это был шифт-энтер? Вот, моментальный минус. Нет. Я, кстати, не знаю, как это делается. Как вот люди, ну там... я не могу тут заходить. Я просто в 2D режиме быстренько пальцы. Ну там как-то через Shift-Enter это делается, да. Заранее типа выставляешь. Да, и когда получаешь ход, сразу нажимаешь Shift-Enter. Да и... я вроде тоже был в 2D. Ну, видимо, мой 2D не настолько хороший. Он хост. Он просто хост. Точняк. Да, он меня все убил просто и все. Ну какие здесь горы на кампуса стоят, а? И река рядом проходит прям. Блин, а тут еще и не выс... Полечиться надо. А этими пехотинцами попробую тот лагерь. Ну блин, я не успею этот лагерь забрать. За 7 ходов. Вот это просто самое дебильное, что могло появиться у меня. То есть я здесь не могу спрыгнуть, тут не могу пройти. Класс. Зеба. О, блин, там еще и... Так, слушайте, ну это... Тут, наверное, я заберу все-таки. Вот это да. Так, хорошо. Это надо просто наземных юнитов, просто потому что надо быстрее этот юнит убивать. Ну, а тут пират заберет. Нафига пирату эта... штучка. Надеюсь, он сейчас от меня убьется, и я смогу этот лагерь сразу забрать. Еще не закончился. Да.
Они в курсе, если поднимаешь руинку, но юнит уже имеет опыт нунокс, к примеру, на следующий уровень. Там есть шанс получить? Никто не без знает, понятия. Это же Фераксис. Просто я в центре меня распиливаю. Ну, для гармонии, для баланса вселенной. Побудь ничего в центре. Ничего личного, просто месть. Да, ситуация у меня тут. Юнитов мало. Но тут хотя бы какие-то прокачки есть, может быть, успею. Этого я еще на плюс один взял. Движение, может. На воду бойся, тут я 18 сразу получу. Минус. Перемещение. Так, пожалуй, селенцам можно на воду спуститься. Где еще юниты брать непонятно, тут все уже собрано, видимо, мутантами. Там выживальщики с этой стороны. Где тут суша? Вообще нехорошо все. Блин. Я не могу даже юниты захватывать. Мне надо просто бежать. Супергерл, а что ты так широко разрастает? В смысле широко? Вообще, что ты широко расставился? Ну это. Он ждет ядерный удар. Ну его, конечно, тоже. Ну как контроль карт, все такое. Какие умные слова в столь рандомном режиме. Рандомный контроль карты. Да вот. Блин, бежал вроде за ПТ-командой зомби, встретил ПТ-команду фанатов. Ой, там еще и пираты. Мы так наблюдаем, вы там можете порамситься, пока мы так поплаваем тут рядом в песочке. Блин, такие может взять пираты. Прокачку на движение по холмам?
Нужно сидеть рядом и говорить, чтобы в нее не верили. Я вам хочу сказать, что выживальщики на другом конце, ну, с другой стороны вот этой безопасной зоны. Да, я уже их встретил. А мы тут вчетвером. Их... Собственно, мы вчетвером вот с этой стороны все. Это тимплей? Да, да. О, не. Куда я не пойду? Спасусь, не спасусь. Но мне еще зоны не везет. Очень. А, два вертолета, это команда. Зона просто меня гонит, я даже не могу встать, что-то поделать. Просто гонит в шею. Кстати, тут лечит... О! О! Прикол. А он успеет вообще отсюда свалить? Люкс, я иду вниз, их не надо. Я завоевываю себе клочок земли. Я там уже два юнита фаната убил. Не, вот этот, наверное, не выживет все-таки в итоге. О, вот это очень в тему. Блин, пока в другом месте. Неудачно фанатом будешь. Три здоровья. Отнимает 15, да. Она. Я понимаю, что у нее двойное лечение, но в два раза. То есть это 20, 15, ну сколько будут стоять. Это вот эти вылечатся в безопасной зоне, это да. Чили, ничего выпало. Арта. Восемь здоровья. Ну давайте посмотрим, вот я буду стоять. Я, видимо, 20 вылечусь, ну, 5 потеряю. Приехали.
Челлини обманул, что арта? Не, арта была просто в лагере. Предыдущем. Арта была в предыдущем, видимо, лагере. Не, арта в этом. Так, у него 8 здоровья. Чего вы хотели? Я должно стать, по идее, 13. Да ты еще видишь. Мира, ну тут никак его не спасти было. Но это грустная армия. Это грустная армия к концу. Тем более тут все тусят уже, смотри, видите, ядерки бросаются. Там это, я так понимаю, мутант в пирата кинул, да? Да, пиратов больше нет. О, в этот раз зона немножко в мою пользу. Да я тоже не выиграю, тут как бы... Я просто выживал. У меня 4 юнита. У тебя, получается, воды вообще не завезло, да, никакой? Нет, вообще-то завезло. Он стартовал на побережье. Я не знаю, что он попёрся внутрь. Ну, потому что туда вели руинки. Правда, я из этих руинок поселков вытащил. Лучше бы я юниты вытащил оттуда. Потом лагерь варвара забрал, потом одну посылку забрал. В смысле, Лёша, привет, ты где ты меня видишь? Два пехотинца лучше стоят. Рядышком. Так, а почему я тебя не вижу? Ну, я на холмике, а ты за холмиком. Я хочу тебя увидеть и убить. Да, это легко, там как раз полудохлые два поселенца и два корпуса пехоты. Дох. Я не против полакомиться твоими поселенцами. Запустить свои ручки сумасшедших ученых в тушки твоих поселенцев. Ага, я тебя вижу. Ты что там лечишься? Блин, и не убиваю тебя, прикинь. Ух ты, кого вынесли? Ну, антиготов? О, то есть антигероев антиготов. Да, это выживальщик. Выживальщик, походу, вынес. Там, походу, да, выживальщик тут. Пока мы тут друг с дружкой теребонькаемся, он там...
Ну куда ты побежал? Ты хочешь вот в этой... Там умереть, да? Лишь бы мне не достался. Ты понимаешь, у меня всё вся ясно. Большая часть после ядерки застряла в этой красной зоне. Я оттуда уже не выберусь. А у меня, походу, случился тот же баг, из-за которого можно сдохнуть просто. А, нет. Вон опять на стороне выживальщика выплывает посылка. И на стороне Лёши, да, получается, кто-то там забрался? Да, Лёша и ему. Не, ну как бы рядом там еще. Ну да, там раньше там... Вот это ты зря сделал. Что, лови ядерку? Да, именно так. Нет. Ну мстя, ну ты пошел, блин, вертолетика маленького завалил. Детеныша вертолетика. Так, я понял, пират, короче, там умрет сам. Ладно. Суицидник. Поближе к воде. Ну, вода как, вообще-то поближе, это как раз через меня надо пройти, и тут буквально 5 клеток до воды тебе было бы. Выживающих как армия и корпус. Ну да, ты видишь меня, атакуешь. Вот пиратика и поглотила Красная Смерть. Пучина морская. Спасибо за, за игру. Я жил без страха и умер без страха. Я захватил поселенца, выживальщик. Молодец. Ну, видать, просто руинки собрал почти все на карте. Ой. До свидания. Кого ты еще вынес? Нет, это я. Тут между гор такой перешейчик небольшой прошел, а там, блин, 6 юнитов мутантов стоят. Типа, добрый вечер. Это моего скромного 4 юнита. Не, ну... Я выиграет. В смысле 4? Ты говорил, у меня 4 юнита всего. Так, ну ситуация... Ой-ой-ой-ой-ой... Нет! Ну ты гад, слушай. Там у Челлини еще и армия вертолетов вообще, не. Короче, Челлини прибедняется. Да-да-да. Кстати, я сейчас вышел, посмотрел, что это за достижение было. Активируйте Дарвина рядом с Галапагосскими островами. Так говорили же. Так да, я что сказал? Начал, когда это достижение. А, я просто, видимо, отбегал и не услышал. Прикольная история. Я в прошлом получил достижение, в прошлой игре захватите город большим боевым. А что показывает, куда она? А вот и армия вертолетов 4 уровня выживальщик летает. Фанат, вот что ты сюда идешь, я не понимаю. Я пытаюсь пройти вот мимо. Куда? Вот эти куда? Обогнуть. Обогнусь сверху, вот побери.
Зачем? Ты в центре карты находишься. Зачем ты идешь к краю? Потому что там впереди армия этого... А, вот, все. Выживальщик сверху, куда я пытался... Удачи. Все, я ушел. Ну, выживальщик там армии вертолета 4-го левела, это... Не там то, и ПТ, это... и пехотинцы... Тоже... Ну, сейчас мне ядерку можно бросить, и на этом у меня все закончится. Че, выживальщик нас тут выживает сосвету, походу. Ну, давайте как-то тимплеиться тогда против него. Ну, давайте, да. Я охраняю нижний угол. Я... Алёшенька, воин ниже руки. Нижний. Ну, у меня два вертолета и армия ПТ-команд. Вот так вот, вынесли меня, а теперь тимплеится. Ты сам себя вынес, ты пошел, убился в красной зоне. Нет, в меня кинули ядерку. Ну, блин, а ты тоже мой... Ты бы убил бы еще мою... Мой корпус ПТ-команды. Я убил бы тебе ПТ-команду... И у тебя все равно бы осталось еще 8 юнитов и армия вертолетов. Нет, сейчас у меня было. У меня раз, два, три, четыре юнита сейчас у меня. За мутантов, кстати, тебе лучше бегать в красной зоне. То есть ты такой хопа, проскочил ему там за спину. Нету, как бы. Ну, нет, я буду пытаться открыть, да. Пока как бы тут все уже облуд. Короче, смотри, фанат, я сейчас гоню выживальщика сверху. Если ты снизу ударишь по нему, там, по его этому... Я там танк колупаю двумя вертолетами. И ты гонишь ко мне ПТ-команду, которая вертолетов разберет самостоятельно. Даже я думаю, что я ее убью просто... как-нибудь. Ну, все-таки надеюсь. А, вот еще и вертолетик, корпус. А, нет, армия 4-го уровня. Она от меня прибежала, она испугалась. Да. Ядерок ни у кого нету. Нет. Я уже потратился. У пирата есть на могилке, возьмите там. Использованную, которая в пирате в жопе торчит. А-а-а. О, лагерь в красной зоне появился. Вот за мутанта можно избегать. Когда он в двух клетках, да, можно. О, Челинью, тебе прилетела посылочка, да? Будем надеяться, да, что... Да, он сейчас тихой сапой так раз всех накрутит. О, да, не, это будет. Против выживальщика, а потом он вас... Выживальщик резко прям такой, тут как тут, только появилась посылка, уже прям рядом. Вы можете, если что, мне метку поставить, куда ядерку кидать? Или, а, не так не работает. Надо все подсвечивать, да? Ну, я только... Ну, если ты не разведал. Не знаю, сейчас я проверю. Ну, это я просто метку, туда не надо кидать. Вот, ты видишь метку? Нет, сейчас? Может... Метку вижу, да. Причем твоего цвета. Опа, он мне пехоту убил. Короче, выживальщик сверху, походу. Или он вообще всю эту карту контролирует? Вообще все контролирует. О, термоядерка. К тебе? Да. А, ты получил термоядер? Блин, я вот думаю, может быть, его пытаться убить.
У него один вертолет, да, только снизу? Снизу я видел только один. Ну вообще там у него больше юнитов. Я, конечно, могу кинбить тут. Мне кажется, что у него еще есть армия пехотинцев. Я вижу одного третьего уровня, но это, кажется, другая. Так, у меня два корпуса ПТ и знаменитая легендарная армия четвертого уровня вертолетов. Они здесь у меня. Ты сейчас своим вертолетом встал на трясину, там, на диктатор обороны минут. Но он не может, он очки перемещения тоже теряет. Если у нее есть прокачка на полк развед рота, то не. Так, он походу за меня принялся тут. Ну я ему пехоту одну вынес. РСЗО. Надо попытаться на воду спуститься. Всеми тут юнитами. А эту ядерку он бросил или ты? Нет. Yeah. Ты много юнитов? Два. Ну, армию вертолетов я ему убил. Я вижу еще одну армию вертолетов, вторую. И я еще армию вертолетов. То есть он 9 вертолетов насобирал? Наверное. Это минимум 9. Нифига себе. А все почему? Потому что мы вчетвером появились рядышком, а он там что хотел, то и делал. Челини, у тебя там есть безопасное место? Сможешь принять выживальщика в вертолет? Да, могу. Поставлю метку, где сейчас будет мой вертолет. О, еще одна термоядерка. На этот раз я уже постараюсь ее как-то. Смотри, мой вертолет будет. Ну я в противоположном углу. А, то есть ты вот эта ядерка, она тебя всё отделяет, да? Помнишь, где вот это... я тебя убил, вот там оттуда я шел, вот так вот иду. Где вот еще там вот, ну, самый юг, короче, вот южный. Тут уже не победить. Я туда иду. Потимплеимся против нашел выживальщика. Армию. ПТ командой все пиздец. Ты прикинь? Не, ну ты прикинь. Я, короче. Короче. Он стоял зажатым под красной зоной в углу. Я ему тыкаю армии ПТ команды, его атакую, а он за доли секунды облетает меня на то самое место, где, ну вот я только что, грубо говоря. Да, шоу бы нехило. Короче, у меня осталась одна ПТ команда и поселенец. Все. У меня армия ПТ команды и поселенец. Ой, блин, я еще высадился прямо под него. Все, покеда. А, он не смог захватить, ему не хватило очков перемещения танку, блин.
А меня, может, кстати, сейчас варвар захватит, не знаю. Блин, меня вы сейчас ядерку бросите, все, и я труп. Слушай, у меня такое ощущение, что у него просто юниты по всей карте. То есть они реально... Он полкарты просто забрал, как бы, юнит. Не, ну если у него 9 вертолетов как минимум было, это просто мрак. Просто какой-то мрак. Ну да. У него, судя по всему, лагеря просто спавнились. Все, он меня перекликал, месте. Забрал посева. Сейчас пойду я посмотрю. Так еще один вертолет 5 уровня. Сейчас мы посмотрим, что там. Что пойдешь, посмотришь? Графики посмотрю. То есть мне интересно, сколько он к этому моменту от меня забрал. Братан. Братан, здорово. Слушай, здесь вроде безопасно. Пока нету. Давай, в эфке стоим, лечимся. Если что, там у меня есть ядерка. Сколько ты их насобирал, членья? 3, но у меня нету юнитов. Уничтожено лагерей варваров. Да ну, это какой-то... Да ладно! Мне пишет, что он 25 лагерей варваров уничтожил. Это вообще реально? Может, какой-то абуз есть, который мы не знаем? 25! На втором месте, например, Супергерл, у которого 8. У выживальщика 25. 25 лагерей. Хорошо, сколько у этих он захватил племенных поселений? А племенных поселений 33. На втором месте Челинио, так, у которого 17. Вертолет покоцан. Не, слушайте, это какой-то абуз явно, но это нереально. То есть он в два раза больше варваров захватил, поселений варваров, поселений. Не убил варваров, поселения захватил. Это РСЗО сейчас по тебе дало? Да. Ну да, это жестко, он просто всю карту контролит. Да это не может это такого вопрос, быть. Откуда он столько взял? Либо какой-то реально баг юзает, либо я не знаю. 32 поселения. 32 поселения и лагерей 25. Ну и нахер так играть. Вот и смысл. Просто мрак ему какой-то. Ему весело нагибать. Так, а вы считаете, то, что это реально абуз? Я тоже так думаю. Ну... Я не могу. Слушай, ну я даже не представляю... За выживальщика, ну там, ну 12 ты соберешь, блин. Это донация, которая тоже не видит ни черта, как бы. Ну, сам посуди. Да я даже не уверен, что на всей карте может такое количество быть, в принципе. Хотя может... Не, наверное, может быть. Я могу еще представить племенных поселений еще, ладно, предположим, но лагеря варваров, ты же не просто приходишь их забираешь, тебе надо еще юнит там убивать. Уничтожено варваров. Ну смотри, он уничтожил 31 варвара, из которых получается 25 это племенные поселения, так что ли? О, еще и руинки все ему, все... Подожди, как ты сказал, уничтожено варвар? Так, может быть, это там, типа, разведчики всякие там туда прессуют? Конечно, могут быть. Все могут быть. Ну, тогда, может, ему просто повезло, и так тоже говорить. Ну, слушай, это очень большие цифры. Да. Блин, тут, конечно, не разъедет. Я могу тебе отдаться, как бы, ну, я тебе ничего не помню. Да, ну вот вы такой, ну я не верю, честно говоря, не вот вы сейчас точно, смотрите, я не верю, что можно, вот, еще сектантами, да я даже сектантами не представляю, как можно собрать еще армию столько племенных поселений и армию пехоты, и столько лагерей варваров, 25 лагерей варваров. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!